по сравнению со вчерашним днем не такой, конечно, тяжелый, но тем не менее 400 с лишним километров и сплошных камней. Вот сегодня, наверное, не было вообще ни одной дорожки без камней. Камни, камни. Марсовое поле вот. Сегодня мимо ехали, как по Марсу. Нет, в целом хорошо, но только если посмотреть на колесики на наши, то будет все понятно, какая была дорожка. И мы прямо в финишном створе, у нас взорвалось колесо. Мы прямо финишируем, у нас будет... Сираджо нам привез 20 секунд. Он сел нам, видел нашу, видать, пыль, дорога сегодня сложная, мы несколько раз сбивались с маршрута, искали дорожку. А он по нашей, видать, пыли, все-таки ему полегче, и следы есть уже. А там, где мы сбивались, уже пыль видна. Блин. И чё? Сегодня такую сторону дюны завели, просто в обратную сторону с Надутова. Спрыгивали такие, все дюны, такие вниз прыжки, просто жопа. Реально. Так натрясло вообще. Потом мы всех обогнали, перед нами было только два мотика. И они прут во все верха, везде, и все. Мы пытались там за ними по чуть-чуть поехать, но не смогли, все равно потом ехали своей дорогой. Невозможно. Открывашкой, конечно. Для нас, я могу сказать, дюны сегодня особый урок хороший.